Сейчас засыплю в мешок. Чего-чего, а мешков у нас валом. Как и все. Юня пришла помогать. Так эту ботву может все-таки этим гусям отдать. Будут они есть, нет? Гуси и ботву свекольную не едят. Не едят. Можно чуть-чуть для волос? Попробовать, да? Попробовать можно, конечно. Эти хорошо будет сюда оставить подъем. Небывалая Юня лежит просто и балдеет. Да. Ну, потому что как бы семена уже ж такие. Голова маленькая, попа большая. Да, Юнька? Моторчик включила. Сибирячка. Только и таскает мышей туда на ковер. Процесс идет. Всем добра.